Процесс смены адаптеров на Toll Balancer от Solder отличается эргономичностью и безопасностью. Необходимо открыть защитный кожух Twin Panel. Это не составит никакого труда. Затем следует открыть откидную переднюю крышку, чтобы получить доступ к отделению для хранения адаптеров. С помощью двух приспособлений для монтажа адаптер можно с легкостью переместить в отделение для промежуточного размещения адаптеров. Затем отделение для хранения адаптеров закрывается, и в распоряжении оператора оказывается эргономичная рабочая зона для смены адаптера. Балансировочный адаптер вставляется в высокоточный шпиндель. При этом важно, чтобы выступ рабочей кромки уплотнения адаптера по отношению к диаметру шпинделя был устранен легким прижатием. Маркировка на адаптере и на шпинделе указывает положение адаптера в шпинделе. С помощью приспособлений для монтажа можно легко сместить адаптер, чтобы винты совпали с резьбовыми отверстиями. Ручной инструмент для винтов находится в эргономическом отделении для хранения в обширном рабочем пространстве. Балансировочный адаптер надежно закрепляется с помощью четырех винтов. Вспомогательные приспособления можно разместить в отделении для хранения. Теперь адаптер надежно ввинчен в высокоточный шпиндель. Инструмент устанавливается на балансировочном адаптере и закрепляется по команде, отданной с помощью мембранной клавиатуры. Защитный кожух Twin Panel необходимо закрыть. Теперь система Toll Balancer готова к процессу балансировки инструмента.